Первая книга Паральпоменон, глава 5. Сыновья Рувима, первенца Израилева, он первенец. Но когда осквернил он постель отца своего, первенство его отдано сыновьям Иосифа, сына Израилева, с тем, однако ж, чтобы не писаться им первородными. Потому что Иуда был сильнейшим из братьев своих, и вождь от него, но первенство перенесено на Иосифа. Сыновья Рувима, первенца Израилева, Ханох, Фалу, Хецрон и Фарми. Сыновья Иоиля, Шемаия, сын его, его сын Гог, его сын Шимей, его сын Миха, его сын Реаия, его сын Ваал, его сын Биера, которого отвел в плен Феглав-Феласар, царь ассирийский. Он был князем рувимлян. И братья его по племенам их, по родословному списку их, были главный Ие-Иель, потом Захария, и Бела, сын Азаза, сына Шемы, сына Иоиля. Он обитал в Ар-Ро-Ере до Нева и Ваал-Меона. А к востоку он обитал до входа в пустыню, идущую от реки Ефрата, потому что стада их были многочисленны в земле Галаадской. В дни Саула они вели войну с агарянами, которые пали от рук их, а они стали жить в шатрах их по всей восточной стороне Галаада. Сыновья Гада жили напротив их в земле Васанской до Салхи. В Васане Иоиль был главный, Шафан — второй, потом Иоанай и Шафат. Братьев их с семействами их было семь — Михаил, Мешуллам, Шева, Иорай, Иоакан, Зия и Евер. Вот сыновья Авихаила, сына Хурия, сына Иаруаха, сына Галаада, сына Михаила, сына Иешишая, сына Иахдо, сына Буза, Ахи, сын Авдиила, сын Гуниева, был главою своего рода. Они жили в Галааде, в Васане и в зависящих от него городах и во всех окрестностях Сарона до исхода их. Все они перечислены во дни Иоафама, царя иудейского, и во дни Иерваама, царя израильского. У потомков Рувима и Гада и полуплемени Манассина было людей воинственных, мужей, носящих щит и меч, стреляющих из лука и приученных к битве 44 760, выходящих на войну. И воевали они с агарянами, и Етуром, Нафишем и Надавом, и подана была им помощь против них, и преданы были в руки их агаряне и все, что у них было, потому что они во время сражения воззвали к Богу, и Он услышал их за то, что они уповали на Него. И взяли они стада их, верблюдов 50 000, из мелкого скота 250 000, ослов 2000 и 100 000 душ людей, потому что много пало убитыми, так как от Бога было сражение сие, и жили они на месте их до переселения. Потомки полуколена Манассина жили в той земле от Васана до Ваал-Ермона и Синира, и до горы Ермона, и их было много. И вот главы поколений их — Ифер, Ишьи, Елиил, Азриил, Иеремия, Гадави и Иагдиил, мужи мощные, мужи именитые, главы родов своих. Но когда они согрешили против Бога отцов своих и стали блудно ходить вслед богов народов той земли, которых изгнал Бог от лица их, тогда Бог Израилев возбудил дух Фула, царя ассирийского, и дух Феглав-Феласара, царя ассирийского, и он выселил рувимлян и гадитян и половину колена Манассина, и отвел их в Халаф,
и Хавор, и Арру, и на реку Гозан, где они до сего дня.